ТСПР в баскете на городском турнире. Это партия Ульман. Ульман — это знаменитый немецкий гроссмейстер. А Черным играл Сослов. Это, вы помните, седьмой чемпион мира, который был чемпионом мира после Ботвинника. Ну, Смыслов. Кто не помнит, Василий Смыслов. Он выиграл Ботвинника матч в 1957 году и стал чемпионом мира. Правда, через год он проиграл матч реванш, Ботвинник вернул себе корону, но тем не менее Смыслов писал свое имя в истории шахмат, став седьмым чемпионом мира. Ну и в те годы, в 50-е годы, он был очень силен, выиграл очень много турниров. И вот выиграл матч Ботвинника. Но вот эта партия тоже довольно эффектная. Он выиграл ее у Ульмана. Значит, было так: c4, c24, конь f6, конь c3, e6, конь f3. Это какой дебют? Это называется новоиндийская защита. Индийская? Новоиндийская. Конь f3, b6, b6. Черные фингетиры слона, g3, белые фингетиры слона, вы выводите на эти поля, 7 g2, это называется фингетиры, g3, слон b7, черный развивает слона, слон не b7, слон b7, не это слон, другой, белый слон, слон b7, а белый, соответственно, выводит на g2 слона, слон g2, слон e7, здесь две короткие рокировки, белые сделали две короткие рокировки, 0-0. И черные сделали короткие рокировки, 0-0. D4. D2, D4. Конь E4. Конь E4. Ну, вы знаете, я называю не краткой нотацией, потому что обычно учебники для начинающих, там, конечно, пишут подробно. Конь f6, e4. Но когда уже шахматисты были опытные, они, конечно, воспринимаются, если конь e4, и на e4 может пойти только один конь, и понятно какой, то тогда исходное поле не называется. Поэтому я говорю конь e4, но на e4 другой конь не может пойти. Конь e4, слон d2, слон Дмитрий 2, слон d2, правильно, d5, теперь размер в центре, c1, ладья c1, ладья c1, конь d7, конь d7, слон f4, слон f4, c5, dc, черный побили на c3, разменяли, bc и побили на c5 конем. Ну, надо сказать, что белые, то есть Ульман довольно неуверенно играл дебют. И у черных уже отличная игра. Но еще какой-то будет проведена интересная комбинация. Особенно когда конь попадет, вот, перевел его за 7 на c5, а потом попадет на e4, и когда будет конь ставить мощность в центре, уже будет не так сладко белым. Последовало слон e5, слон e5 белые сыграли, Ульман сыграл слон e5, черные ладью в центр вывели, ладья e8, ладья e1. Вот черный конь занял поле e4, конь e4. Черные сыграли ферзь f4. Ферзь А4, нет, тут белый ферзь А4. Да, черные сыграли А6. Хотят прогнать этого ферзя. А6. С4 последовало. С4. И здесь поле либо ослаблено, видите, в районе белого короля. И черные быстро на него нажали. Слон С5. Теперь уже грозит просто взять на F2. И белые сделали вроде напрашивающийся ход. Но он не принес им ничего хорошего. Они сыграли e3, но перекрыли диагонали e3. Ну, тогда последовал dc. Теперь этот слон еще подключился к игре. dc. Теперь dc4.
Ладья 48, черные выбили ладья. У нас тут видели ладья 48. Белые, здесь надо было сыграть 100 на 3, там третьего варианта, надо напасть на ладью, взять ее под бой. Какая-то была сложная игра, но, конечно, поле черные. Но черные сыграли ферзь Г2, но они испугались связки, конечно, на по линии С. Если ферзь, видишь, слово можно подойти сюда, с нападением ферзя. Ферзь сразу вступил ферзь Г2, и здесь последовал эффектный ход. Несложный удар, но тактическое оставление в пользу черных. Какой вы думаете? Слон Г3? Нет, ну слон Г3 я не знаю, что ничего страшного. Вот, последовал такой эффектный удар. Конь Б2. Конь Б2. И что делать? Ну, белые, если тут вообще грозит еще на F3, победили верные слона, белые побили ферзя на F2, и последовало просто слон верный F3, слон верный F3. Если здесь бить ферзя, бить слона, то черные отбирают этого слона, просто ставят с лишней пешкой, хорошей лишней пешкой, и белого разбитого гарета. Поэтому последовало, значит, слон верный F3. Черные не стали бить на F3, они напали немножко запоздало, напали на ладью, на F3, напали на ладью C8. Ну, если взять сюда, то в ладье E5 просто лишняя пешка. Здесь последовало просто ладья E5, то есть черные отдали на ладью, второй ладья E5, слон C8, и белые из мусов не стал даже бить С8, а сделал еще один элегантный ход. Если побить на С8, но все-таки лишнее качество. Если сюда пробить, белые берут на F3, и у них лишнее качество, неясная позиция. Но они сделали просто, черные сделали эффектный ход, слон С6. Просто отступили слоном, но король в жутком положении. Диагональные такие неприятности, что ему не избежать, конечно, тут гибели. Слон вернулся. То есть они прихватили качество, слон вернулся, но последовало ферзь Г8, здесь по линии Е еще жуткое давление, ферзь Г8, белые побыстрее на диагональ брали слона, слон Ж2, и последовал еще один эффектный удар, один на Г3. Ну и здесь уже бить Е3 нельзя, потому что слон Г3 без ферзя, поэтому последовало так, здесь всего несколько раз осталось. Король H1, изменяюсь на G2, ферзь вошел в игру, через E4 шаг, король H3, ну, белые сыграли. Ну, сюда, да, здесь они гибли, поэтому я думаю, впереди E4 шаг на король H3, впереди E6 шаг, король G2, впереди E5 шаг, король H3, и теперь последний ход в этой партии очень тонкий, ладья E6. То есть ферзь дал пару шагов, уступил дорогу ладье, и ферзь под боем, если ладья берет на E6, то черный сначала забирает ладью, а потом забирает ферзя. Белый ставит. Вот такая эффектная партия, но тоже довольно короткая, 30 ходов. 30 ходов. Это тоже начинала лучшая партия. Но я ее, по крайней мере, назвал лучшей партией 71-го.